пришли девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят. Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. А парни важности полны, придирчивы ужасно, и остаются вдоль стены пришедшие напрасно. Стоят девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят. Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Сегодня пусть не повезло. Так, ну, во-первых, всех вас, у нас говорят, все говорят, нам говорят, Тулиген Шевыш, а как вы на работе, говорит, с 8 марта разбираетесь? Я говорю, у нас есть, говорю, немного, но очень прекрасных мужчин, которые сделают вам сегодня такой небольшой праздник от души. Поздравляю вас с наступающим 8 марта, Международным женским днем. Ну, очень много, как говорится, слов, потому что с вами у нас восприятие женщины, это в первую очередь, это наши матери, поэтому вы все у нас многие мамы, да, кто не будет, будет, кто был, не забудет. Людмила Николаевна, у нас... Сколько, скажите, сколько лет уже у вас стаж в этой компании? 4 апреля будет... Какого? 11 года. Считаем, 8 лет. 8 лет. Махабаджу Мумбайна. А вы Махабаджу Мумбайна, вы сюда вышли. Махабаджу Мумбайна, 8 лет. Махабаджу Мумбайна. 10 лет работать начали. Сколько лет у нас было? Сколько лет? 8 было. 8 было, да. Ну вот фактически у нас преддверие юбилея, можно так сказать, да, потому что скоро у нас грядет десятилетие нашего филиала, да. Начинали, вот мы сами видели, как у нас маленький кабинетик, родные сейчас производства такие вот красивые. Всегда вот на День медика, на, я вот всегда говорю, давайте, Людмила Николаевна, давайте куда-нибудь сходим на, ну, на природу в этот день, выберем лучше там. Он говорит, Людмила Николаевна, говорит, Леген Шевлевич, извините, говорит, у меня коллектив 363 дня. Фактически, ну если рабочий там вычислить, сколько у нас работы, ну не будем сейчас даваться подробности, без двух дней остальные все работы находятся в своем белом халате. Да. Ну это платье, дайте ей один. И все, я отбила, поэтому на лето предлагаю самим как-то организоваться, склаться, потому что коллектив все равно большой, нам меньше требуется нагрузок на каждого, поэтому собраться и где-то отлично отдохнуть, продолжить как бы тимбилдинг, ну, нашего, чтобы мы более-менее друг друга лучше знали, потому что город маленький, мы все друг друга знаем хорошо, я вас всех прекрасно знаю, да, всех вас люблю, поздравляю с праздником, желаю, чтобы у вас было дома, полный дом счастья, как говорится, со стороны родителей, матери, ваших родственников всех, да, и сегодня небольшой такой подарок вам, можно сказать, от шефа, да. Да, девушка. Прошу. Да. Я вам хочу представить своего брата. Это Амир Ага. Мой, да, он получается... Ну, он младший брат моего отца, я младший брат его. Да. Вы должны сидеть. Да, вы сидите. Нет, вы посидим, да, а вам удобно будет. Да. Поэтому небольшой такой подарок хочу вам. Ну, в честь вашего праздника. Спасибо. Ассаламу алейкум, господин. Мир вашим домам, милые праздника. Я начну стихами. Целую, низко голову склоня, я миллионы женских рук любимых. Их 10 добрых пальцев для меня, как 10 перьев крыльев лебединых. Они для миллионов хлеб пекли, я полюбил их хлебный запах с детства. Во мне, как в очаге, огонь зажгли те руки, перепачканные тестом. Как пчелы в соты собирают мед, так эти руки счастья собирают. Земля не потому ли каждый год, в них так много праздника бывает. Очарована, околдована, с ветром в поле когда-то повенчана. Вся ты словно в оковы закована, к
драгоценная ты, моя женщина, не веселая, не печальная, словно с темного неба сошедшая, ты песня моя, обручальная, и звезда ты моя сумасшедшая. Я склонюсь над твоими коленями, обниму их с неистовой силою, и слезами, стихотворениями обожгу тебя добрую любовью. Что не сбудется, позабудется, что не вспомнится, то не исполнится. Отчего же ты плачешь, красавица, или просто мне это чудится? Ерандара Кутузнов. Меня не кучу раз Предлагаю к столу всех, у нас время обеда. Думаю, кушаем. Наши гости с нами, он с нами будет. Да, он рядом будет. Тарелочки, давайте все. На стол. Угощайтесь. Ой. Превратится снег в лед, желтая листва осень, а душа ее живет, а душа ее просит. На нее я молча смотрел, мне хватило лишь взгляда, чтобы я от счастья летел. Это для вас. Лишь бы с ней быть рядом. Аплодисменты. Желтая листва осень, а душа ее ждет, а душа ее просит. Я готов сегодня каждый из вас подарить песню. Вот, да. Следующий. Я предоставлю субординацию соблюдения. Да. Давайте. Может, посетители? Не-не-не, это ваше хорошо. На восьмой, может, мужчины только стоят. Ну, еще пить. Рыбаска армансус понадыки, адам так выберге понадыки, шнамиль будды и хандасэм шулави. Рагмай, гидык перусла и жосадыки, шулынан синегам тосадыки. Мы
Kara duman kıyılıp üzülüp karadın ay. Karagan kanday suğu yanarına. Karagım ay, bu dünya osulay ötedi ki. Сүймесем дүниеде керек ек. Парақтап жинасаң бар ғұмырың, бір сүйген күнің жетер ме екен. Қарағым ай, қиылып үзіліп қарадың ай. Қараған қандай сұлу жанарың ай. Когда Газар, девочки, папа, всех пап есть дочки, правда? И у вас тоже папа есть, правда? И вот папа поет дочки для вас, в одной марте. А у меня есть дочка, веселая, смешная, летят года годочки, и девочка растет. А у меня есть дочка, кровиночка родная, похожая на папу и ведь наоборот. А я купил для дочки платьице в цветочки, а ко дню рождения с подарком опоздал. Но я приеду, дочка, на два, на три денечка, а вот там я к тебе одной приеду, как я обещал. Я помню, как когда-то мы с мамою твоею вдвоем кино ходили, я ей дарил цветы на улице на нашей, была всех красивее. Конечно, твоя мама, доча, а скоро будешь ты? А я купил, для дочки платьице цветочки, а ко дню рождения с подарком опоздал. Я приеду, дочка, на два, на три денечка, я к тебе одной приеду, а еще... Не спрашивай про маму, как мы чужими стали, обили, отболели, дороги разошлись. Пусть не узнает дочка таких, как мы, печали. Пускай у нашей дочки другая будет жить. А вы, Алстан, приступайте к трапезе. Я не понял, что это за стол означает? Вот тут жив. Праздник. Наливайте. Все. Туда. Налетай. Ну, красавица, кофе. Dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais, des passants endormis dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va, je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. Et si tu n'existais pas,
dis-moi comment j'existerai. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existes pas, j'essaierai d'un